Сегодня хорошая погода. Мы выбрались в новый торговый центр «Сенница». Торговый центр открылся недавно, поэтому здесь немного пустынно, но вместе с тем, здесь очень красиво оформленные фотозоны в национальном стиле. Также нас порадовала шикарная детская игровая зона, которая к тому же оказалась бесплатная. Кроме этого, в торговом центре «Сенница» есть платная зона для малышей, откуда сам ребенок не сможет уйти. Называется детская платная зона «Дорога детства» и стоит 15 рублей в час. Пока дети находятся в детской игровой зоне, родители могут пройтись по торговым рядам и купить домой все необходимое от овощей, фруктов, зелени, выпечки, всевозможных приправ и различных видов чая до домашних сыров, которые здесь сделаны не только из коровьего молока, но и из козьего. Также в широком ассортименте представлены домашние мясные изделия, от всевозможных видов сала, колбас до разного вида копченостей.